Столичные полицейские провели проверку в детском саду, из которого сбежали два ребенка. Потерявших без верхней одежды на морозе заметили случайные прохожие и отвели в здание дошкольного учреждения. Выяснилось, что об их отсутствии сотрудники даже не знали. В администрации заявили, что из-за перебоев с электричеством система блокировки вышла из строя, и дверь служебного выхода осталась открытой. Видимо, в этот момент малыши и вышли на улицу. Директор детского сада вину признал и призвал отнестись к ситуации с пониманием, но родители уже написали заявление в полицию и потребовали наказать виновных. От законного представителя в полицию поступило заявление о принятии мер. Сотрудниками полиции было направлено представление в департамент по контролю в сфере образования города Нур-Султана для принятия мер в отношении виновных лиц.